Мы приходим в этот мир с закрытыми глазами. И многие всю жизнь так и живут. Мы слепо идем за любым вождем, лишь бы нам дали шанс наполнить свою жизнь смыслом. Для меня это был десант. Полгода назад мы с моим лучшим другом Уиллом стали солдатами. Мы оказались на другом конце света, в Южной Корее. Братья по оружию. Нам часто приходилось туго, но я всегда знал, что могу на него рассчитывать. Веселей, Митчелл. Все не так уж плохо. Ну ничего, сейчас начнется. За этим мы сюда и пришли. Но мой отец был морпехом, так что у меня особого выбора не было. Вот как? Я тоже здесь из-за отца. Хотелось убраться от него подальше. Ну, дальше уже некуда. Так, внимание! Слушайте! У нас приказ проникнуть на Эпсилон! Быстро и грубо, как мы вас учили! Во всем разобрались! Все знают, куда идти! Ура! Все готовы? Ура! Ну, поехали! Митчелл, Айронс, вперед! Работаем! Северные корейцы напали на Сеул. Мы сумели дать им отпор. Это было не задание. Это было посвящение. Барсук 01 на связи. Держитесь, парни. Поехали. Как на учебе, Митчелл? Точки входа! Эй! КП должен быть впереди! Выступаем! Барсук 01, внимание, к вам приближается рой дронов. Вас понял. Всем смотреть в оба! Береги голову! Кто-нибудь залезьте на эту турель! Не подпускай к нам дроны! Нужно время, чтобы зарядить эми! Их тут полно! Не могу прицелиться! Бей по дронам! Заряд эми 50%! Эми, заряд полный! Огонь! Отличная работа, боец. Митчелл, сюда!
Давай, давай! Надо пробиться через отель! Надо перебраться на ту сторону. Готовьте бустеры. Живем только раз. Эйчел пошел. Чем проще, тем лучше, а, Митчел? Весь город разнесли. Хорош языком трепать. Пошли. Это наша цель. Мы должны найти наших подрывников. Они уничтожили целую улицу. Ракеты «Хавок». Северные корейцы разносят основные дороги. Чтобы попасть в торговый район, нам надо как-то обойти этот провал. Подрывник один, это «Барсук 01». Вы там? Прием! Вас понял. Принимаем. Идем пешком. Будем через 15 минут. Вас понял. Держим оборону. Прием. Понял. Поторопитесь, Барсук. Это дроны. Чисто! Через вагон! Они пускают дым! Кидай сенсорную гранату! Вот дерьмо. Эти твари всех убили. Не отвлекайся. Мы им уже не поможем. Митчел, открывай ворота! Куда палишь? Тут свои! Назовите себя! Спасатели из «Атласа». Идем, важная персона. Как у нас дела на юге? Дерьмо. Давай в восточный туннель. Вас понял. Вперед! Удачи! За мной! Атлас, Уилл, это не твоего отца компания? Да. У них лучшее снаряжение, платят отлично. Почему ты сам не завербовался? Я хотел служить своей стране, а не своему папе. Хорош болтать. Впереди движение. Патруль. Кладем их. Еще!
тебя! Контакт на 10 часов! Нужно найти подрывников. Митчелл, сюда. Там пусковая установка «Хавок». Подрывники должны быть рядом. Вон там! Черт! Убиты! Так. Так. Я вижу их взрывпакеты. Мы сможем справиться сами. Сэр, мы не подрывники. Нет, мы не подрывники. Но если мы будем ждать следующую команду подрывников, пусковая установка успеет сменить позицию. Я заберу заряды, сэр. Просто прикройте меня. Уверен, Уилл? Да. Я справлюсь. Хорошо. Митчелл, пойдешь с Айронсом. Возьми эту хрень. Мы тебя прикроем. Ну, начнем. Давай докажем, что эти...